Алоха всем жидким любителям всех водных активностей. Выдалось буквально 40 минут времени до рабочей тренировки. И давно уже я тут приобрел специальную крепу, которую можно крепить безопасно все-таки на доску и с ней выходить в море. Для начала я думал, но что-то опасно, конечно, чуть-чуть стрёмненько за телефон. Вот, чтобы можно было выходить с телефоном и чтобы можно было делать лайв-стрим прямо с воды. Потому что все эти саб-советы, которые на суше, они, конечно, хороши, полезны. Я говорю про топовых ребят, про таких, как Конор Бакстер, либо Лео Ника и всех-всех топчиков международных, которые делают такие объяснялки в комнате. Но проанализировав все, что они говорят, ну и не начиная только с этого года, с момента, когда я начал, в принципе, сапить, когда я начал искать, в принципе, информацию, как выполнять то или иное действие просто с пониманием биомеханических, как бы, да, процессов движения тела и, в принципе, весла, то все, конечно, теория, она очень-очень нечасто воплощалась в жизнь. И вот я сейчас вспоминал, пока греб сюда в тихое место, я тут заплыл в такой вот каналчик, здесь просто тихо, спокойно, нет волны. И я вспоминал, как я шел первую гонку на чемпионате России. Это была доска, правда, Big 12,6 на 30 шириной. Достаточно таки широкая, да, доска. Но я прогреб 8 километров с одной стороны. То есть я не менял сторону, и я, не понимая как и не зная как, чисто на интуитивном уровне и на уровне просто понимания все-таки гребли, держал все-таки этот курс ровно. Потом, когда я научился немножко грести слева, когда я начал поначалу копировать какие-то техники других райдеров, я просто даже потерял в какой-то момент этот фактор гребли ровно с одной стороны. И сейчас он у меня тоже не очень силен. На самом-то деле раньше было лучше, как ни странно. Но это уж другой разговор. Я просто сделал такой вывод, что лучше идти все-таки змейкой с двух сторон. И при этом у меня средняя скорость, она держится повыше. Она держится у меня повыше, чем если бы я подруливался и шел бы просто с одной стороны прямо. И плюс к тому, что и устаешь. И я вспоминал, как же я все-таки шел вот ровно, Если вот мы проговорим сейчас про так званый G-строк, да, то есть подруливание в конце гребка, и вот давайте сейчас все задумаются, кто гребет, в том числе каноэ, это вам тоже сразу подтвердят. G-строк актуален в каноэ по причине того, что у каноэ нет фина, нет плавника. И получается, что ты в конце гребка просто подтягиваешь корму. Ну, не подтягиваешь, то есть ты весло... Вот сейчас я покажу, я сейчас просто скажу, потом я начну грести, я покажу. И получается, что ты в конце гребка прокручиваешь это весло, и тем самым ты сдвигаешь корму. То есть весло служит опорой, а корма уже от этой опоры, она уезжает. Почему все твердят, что нужно делать G-строк в сапе, и он дает какой-то микро поворот, но если в корме доски стоит фин, если мы ставим фин ближе к корме, это говорит о том, что курс будет стабильнее, правильно? Вот по логике установления фина, правильно, то есть курс будет ровнее, то каким образом мы хотим эту корму сдвинуть вот этой маленькой лопастью, которая совершенно не как в каноэ, совершенно она других размеров, как мы хотим сдвинуть эту корму, если там есть фин. И я думал над этим, я слушаю вот на английском эти все мастер-классы сейчас этих ребят, потом смотрю их видео и понимаю, что что-то не сходится. Это как бы такая теория, которую они знают, о которой они тоже слышали, но они просто талантливые спортсмены, талантливые виндсерферы, серферы, уже в последующем сабсерферы, которые делают это все настолько интуитивно, что они сами не понимают, как они это делают, но объяснять-то же нужно. И они вот рассказывают, что вот нужно рулить чисто в конце.
а ну, не получается так. Я смотрю их видео, они совершенно... Конечно, они вытаскивают лопатку. Они вытаскивают лопатку, как полагается, но это, думаю, больше уже такая просто механическая привычка, и это больше то, чтобы когда ты шел на грибок, чтобы ты когда шел на грибок, вот я сейчас, когда начну грести, я покажу, чтобы ты когда шел на грибок, ты просто, ну, вот, face of the blade, да, так сказать, лицо лопатки, которое вот от тебя, чтобы оно, Вадим, не сейчас, подожди, чтобы оно... не было сопротивления, и чтобы не цеплять брызги волны или волну, которая может быть возле тебя. То есть именно для этого. А вот если они хотят подрулиться, я смотрю, что они делают. Есть два фактора. Один фактор, первый, это руление ногами, то есть задавливая доску вправо или влево. Этому мне еще научил очень давно Толя Товкань. И что действительно работает. На каких-то досках лучше, на каких-то досках меньше это работает, но это очень работает. Плюс перенос, да, вот, ну, как бы поворот чуть-чуть туловища. Сейчас это еще раз продемонстрирую, когда я уже пойду. То есть играние ногами для подрулежки. И в итоге все подруливают доску впереди. Все подтягивают нос, потому что в корме у нас стоит фин. Если он еще большой, то тебе вдвойне тяжелее в корме подрулить сап. Что это очень большое отличие от каноэ, потому что в каноэ это легко сделать. В каноэ ты просто задержал на секундочку весло вот в таком положении до борта, оперся на борт, и ты подрулил лодку. А в сапе это не получается. Вот я только что шел, ехал, я просто держал, и она не подруливается. В итоге она не подруливается, эта доска. И поэтому сейчас я закреплю телефон на новый мой мега крутейший крепеж, и мы попробуем, я его, может, так вот прям к бортику сначала поставлю, чтобы снимала камера, потому что в этом положении она все-таки не зацепит меня весь рост и борт. Вот, сейчас мы настроим, посмотрим. Опасные, конечно, эти эфиры вот с телефоном сейчас, потому что, ну, как бы, если утонет он все-таки, если это крепление не столь жесткое, то это, конечно, будет грустно. Поэтому я для страховочки взял еще тейп заклеить, и я покажу, какими вариантами я уже сейчас все-таки подруливаю, и я думаю, что это нужно делать уже всем, проанализировать, потому что вот это руление в конце, оно не работает. Так, сейчас. Вот сейчас я пока на коленках пойду. То есть, да, вот этот G-строк. Вот этот G-строк, видите, да, когда ты, получается, делаешь грибок и подруливаешь здесь в конце доску. В каноэ, еще раз хочу повторить, что в каноэ это работает очень-очень хорошо, потому что в каноэ нет сзади плавника. А этот плавник в сапе, он держит. Если вы поставите сап, например, против ветра, что в первую очередь повернет? Повернется нос, потому что фин, он как опора, которая цепляющаяся за воду, не дает повернуть корму, и ты поставишь вот так доску, вот здесь, вот эта корма доски, здесь фин. И куда бы ветер ни дул, она будет поворачиваться, нос. Первым делом, что тянется, это нос. Поэтому вот эти вот G-строк, вот если я делаю грибок, поворачиваю, держу, но оно не поворачивает, правда. То есть это движение делать нужно, но этим движением курс не удержишь. Сейчас я встану, чуть прогребу, и мы посмотрим еще, и я покажу, как все-таки я поддерживаю сейчас курс. Я просто к этому не так давно пришел, благодаря вот эфирам всех товарищей международных. То есть, да, я, конечно же, тоже проворачиваю весло. У меня это абсолютно механическая привычка с каноэ. Я не делаю так с левой стороны. Вот варианты подруливания. Заваливание ног. То есть, вот видите, да? То есть, если я хочу повернуть, вот, например, влево, вот себя вправо, я заваливаю на эту сторону и отгребаю нос. То есть, в обратную сторону я точно так же, я заваливаю эту сторону и отгребаю с этой стороны. Это понятно, что вот этим моментом в ходе гребли, вот, если мне надо подрулить, я могу вот так чуть-чуть завалиться. И в итоге что я делаю, посмотрите, я цепляю воду со стороны, тем самым подтягивая нос.
Да, я делаю этот G-строк. Я делаю G-строк, но что я делаю? Если я хочу, я подтягиваю нос, вот. Вот она реагирует. Вот точно так же, как отгребаешь от носа, точно так же и подтягиваешь к носу, и она поворачивается. Я думаю, что вот сзади по какому-то объекту можно видеть, как она, вот я отгребаю, вот я подтягиваю нос. Что будет, если я сделаю G-строк? Вот я держу, и только сейчас чуть-чуть ведет. Давайте еще раз. Я держу. Нет, она не поворачивает, я вам отвечаю, она не поворачивает. То есть, если я хочу, я цепляю со стороны, вот здесь. Цепляю вот так, да? Либо отгребаю. Мне нужно ехать ровно. Я подыгрываю ногами и подтягиваю вот нос. Я подтягиваю нос. Или отгребаю от носа. Я поворачиваю чуть-чуть вот таз сюда. Почему? Потому что я вот эту опору цепляю со стороны, и к этой опоре я подтягиваюсь. То есть, мне кажется, что это все-таки практичнее. Теория хороша, а практика, как говорится, лучше. Поэтому я бы сказал, что просто стоит всем попробовать вот именно этот метод. И я вот сейчас еще чуть-чуть пройдусь. Вот я сейчас перехожу влево, я пошел отгребаться. И сейчас я хочу пойти вправо, в сторону, в которую я гребу. Я механически, автоматически, я заваливаюсь, я выпадаю немножко, вот так сказать, за доску, да, за вот центр оси. Эй, Никал, я выпадаю за эту ось, и я подтягиваю, я подтягиваю. Это намного легче, это намного проще, это намного быстрее, и это намного практичнее, чем какой-либо G-строк. Поэтому, друзья, кто все-таки в силах выходить на воду, затестируйте это. Я просто вспоминал, я просто вот сейчас много вопросов у людей, как же все-таки пойти ровно, как же прогрести ровно. Я вспоминал, а как я пошел первую гонку вообще, на которой я просто даже, ну, не знал, как грести. Я греб там 4 раза в Крыму с Юрой на САПе. Приехал в Питер, мне дали доску, я на нее встал и пошел 8 километров. И меня просто, ну, я просто греб с одной стороны. И я думаю, а как же я тогда шел, потому что, ну, видеоматериалов не было. Тем более, вот с воды точно никто не показывал, как это делать. Показывали видео какие-то, но это, я говорю, что слова с картинкой совершенно не совпадают. А вот сейчас совпадает именно движение, которое делают все интуитивно даже, особенно эти опытные волки типа Конора и всех остальных, которые гребут с 6-7 лет на всем, чем возможно, и которые, честно говоря, мне кажется, они не очень понимают, как они вот так гребут, потому что они просто очень талантливы. И так как они, тоже никто больше не гребет. Скопировать эту технику тоже невозможно. Техника каждого райдера, вот состоявшегося райдера сегодня, я думаю, что это симбиоз бэкграунда в виндсерфинге, как минимум, и места, где они начинали грести. Вот был у нас эфир с Яриком Клоковым, который рассказывал, да, что он был на Гавайях, и он говорит, что он поехал туда серфить. А в итоге вместе сходили даунвинд, потому что там несколько спотов таких классных, где постоянно качающиеся волны, в остальном это чоп, это ветер, это просто рифы, это битая волна, и вот они там все и гребут, и вот эта ихняя техника, она формируется, конечно же, от места гребли, потому что возьмите Бруно там, возьмите Конора, возьмите Линкольн Дьюса, это три чувака, которые едут очень быстро, которые гребут совершенно по-разному.
которые гребут совершенно по-разному. И вот если просто проанализировать гонки, ну, вот насчет держания курса, я вот сделал такое наблюдение, что только подтягивая нос. И думал же, почему? Потому что фин стоит. Вот у меня большой фин, когда появился, вот я сделал недавно обзор на фины, этот большой Roach фин. И я просто, блин, вообще с ним не мог, с этим G-Stroke, даже немножко повернуть. То есть она шла ровно, но если я хотел подрулить. И я просто по памяти из каноэ просто вот так вот цеплял воду со стороны и подтягивал нос. И такой, о, так а так работает, оказывается. Вот. Поэтому я тоже в какой-то момент чуть-чуть ушел в теорию этих топовых чуваков. Но несмотря на то, что получается так же на воде, делал, как вот у меня с моего каноэного бэкграунда. Все просто, guys, все просто. Смотрите, какая красивая локейшн. Здесь какой-то китайский старенький квартальчик, что ли, с новыми домами. В общем, это в конце грибного канала. Просто здесь тихонький кусочек воды. И я сюда загреб. Мне уже надо возвращаться на тренировочку. Я сейчас просмотрю, кстати, может, что кто написал. Вот, а конечно, Наташ, вот я почитаю Наташи Тарасенко сообщение. Все верно, мы это делаем автоматом, механически, но так устоялся такое стереотип и мнение, что все-таки это вот G-Stroke такой, ну, есть. Но, опять-таки, я же говорю, что любую теорию нужно проверять на практике. И практику попробовать переложить на теорию. В итоге теория такова, что G-Stroke, чтобы держать курс там, ну, менять, конечно, чуть-чуть положение тела, но в итоге это комбинация вот того, что ты подтягиваешь нос, делаешь, конечно, отруливание в конце, потому что если ты его не будешь делать, конечно же, все равно ты будешь идти вообще радикально, не то что прямо, а в сторону противоположной стороны, в которой ты гребешь, потому что это будет зависеть от того, насколько ты держишь вертикаль весла. То есть если ты будешь весло вставлять вот так вот прям четко, ты, конечно, будешь с хорошим фином идти ровно. Если ты будешь грести справа или слева, в данном случае сейчас зеркально показываю, чуть-чуть отгребать, то и делать этот G-Stroke, то, конечно, она будет радикально уходить в сторону. Но все же в итоге подтягиваем мы нос впереди. Средняя скорость на САПе, вот как показала гонка последняя в Европе, это 10, почти 10 километров в час на 10 километрах. В России вот уже не 9,8 и ниже пошла, до 8. 9,8 до 8. Сколько стоит САП, это вопросы пишите в личку. Вот. Все, в принципе, больше вопросиков нет. Ну, эфир не заготовленный, без анонса, но я его сохраню. Дело в том, что крепа появилась уже. Может, по видео кто-то понял, что она появилась по фотке. Я недавно выставлял, когда я вот собирался десятку тоже пойти. У меня не получилось его пойти. Вот. И времени мало. Сейчас у нас много лекций всяких здесь происходит. Мы типа учимся прям по-настоящему. Поэтому вот у меня выдался час свободный, и я решил выскочить на воду, все-таки сделать этот рассказ и поведать вам вот свои наблюдения. Поэтому вот так можно даже селфануться здесь, хороший пейзажик. Ну, не знаю, могу еще чуть-чуть прогрести, может быть, так чуть-чуть поровнее поставлю камеру или все-таки со стороны поставить, под борт прям поставлю. Поставлю прям под борт. Все-таки, чтобы чуть-чуть еще понаблюдать за греблей. Пожалуйста, за эфир всегда рад. Хотелось бы больше, но, блин, работа, как говорится, тоже есть. И слава богу, что она есть. Поэтому делаем по возможности. Сейчас я тут приклею еще. Страшно за телефон, честно говоря, вот, что потеряется. Поэтому я еще зафиксирую, хотя вот крепа, вот кому интересно, что за крепление, тоже напишите, я вам напишу в личку, что это за крепа, покажу, потому что их там много разновидностей. Вот, я вычитал на американских форумах, что вроде бы вот как раз таки, ну, на САПе вот актуально данное крепление, что вроде бы оно в воде, что вроде бы оно к доске крепится присоской вакуумной и при этом держит.
Вот, но оно держит до по видео тест-драйва данного крепления, если его прицепить вот так вот вертикально, точнее горизонтально к стеклу, оно выдерживает около 4 литров воды. Вот, давай сейчас так вот еще сидя. Вот, если возьмем каноэ, вот еще раз, я уже увлекся, возьмем каноэ, да? Вот мы стоим в каноэ, мы отруливаемся сзади, мы отруливаемся здесь. Вот, я держу сейчас, но она никуда не поворачивает. Если в каноэ я вот так 2-3 секунды подержу, она будет конкретно поворачиваться, потому что нет никакого плавника сзади. И мы в каноэ отруливаемся в конце. Но если мы идем 5 километров в каноэ, да, и мы не хотим терять время на вот этот, вот сейчас чуть-чуть поровнее, достать, чтобы доска не валилась. Если мы идем 5 километров, и мы не хотим тратить время на вот этот жестроп, мы что делаем? Мы делаем такой грибок, правильно? Мы захватываем воду и подтягиваем нос. И она намного быстрее реагирует. А в сапе за счет фина она и в 2 раза быстрее реагирует, чем каноэ. То есть вот, смотрите просто. И теперь делаю грибок, задерживаю. Выкидываем руки чуть со стороны, цепляемся за воду и вот так по диагонали туда подъезжаем. Вот я буду грести с одной стороны, у меня сейчас идет плавный правый поворот, я вот подруливаюсь вправо. Я, кстати, себя не вижу сам, но я потом сам в эфире посмотрю, но я-то понимаю, что я же поворачиваю. А вот этим же строк вот. Честно говоря, я еду прямо с меняющим, конечно, чуть-чуть углом, вот все-таки в левую сторону отъезжаю. Сторонник того, чтобы особенно в технической гонке, длинной гонке, не зацикливаться на вот этом курсе ровно. Можно идти змейкой по 7-10 грибков, либо хотя бы 75% на 25%, 75, естественно, на сторону, которая приоритетна, делать маленькую змейку, но при этом будет скорость на 1,2 километра в час выше. Определенно выше, я много раз это затестил. И если вы не верите мне, посмотрите гонку с чемпионата мира в Циндао. Они в хорошем качестве.
хорошие эфиры. Посмотрите, как шел Линкольн Дьюз. Посмотрите, как шел Линкольн Дьюз тех рейс, и вам просто все станет понятно. Я просто там открыл глаза на прохождение технической гонки и в целом каких-то длинных гонок. Сейчас откручу здесь все. То есть он вообще, он просто не обламывался там идти неровно. Он просто шел змейкой, при этом он не давал Конору сидеть на волне этим самым. То есть Конор тратил больше сил, чем если бы просто они шли ровно. Он бы, конечно, бы экономился и он бы, ну, экономился бы им, он бы мог на финише подкараулить. Тем самым Линкольн просто шел свою гонку точно так же в том же режиме, в котором бы он шел, если бы он шел ровно, но при этом он не давал этой змейкой отдыхать Конору. И это, оказывается, очень даже актуальная история. Если болят локти после гребли, это значит, что ты хорошо гребешь, и значит, что ты гребешь как спортсмен, а не как активист какой-то. Потому что в гребле, ну, в хорошей гребле болит, кроме локтей, еще плечо, поясница, еще болит много чего, но что-то болит, что-то да болит. Поэтому, к сожалению, тут такая история. Можно поменять мягкость трубки. Возможно, жесткая трубка, и она отдает. Но трубка, как правило, отдает на плечи большей части или не на локти. Значит, возможно, просто чуть-чуть неправильно так прихватываешь как-то вот так вот на банку. Ну, честно говоря, у меня постоянно что-то болит. Поэтому такие дела. А мне осталось буквально 30 минут и еще 15 минут возвращаться на базу. Я погнал, эфир сохраняю, работа ждет. Всем хорошего дня, бай-бай.